На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Смирнов Павел. Мне 8 лет. Живу я в городе Йошкар-Ола. Название стиха «Куда б ни шел, не ехал ты». Автор Михаил Исаковский. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. Могилке этой дорогой всем сердцем поклонись. Кем не был ты, рыбак, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый верный друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел и родину сберег.